принесет! Максик, как насчет погулять? А, что сказать? Счастье есть! Я не хочу в ветеринарку! К врачу? Нет! Пойдем, дружок! Так нечестно! Впервые здесь? А, да. А, доктор Фрэнсис, лучший ветеринар во всем Нью-Йорке. Будешь в восторге. Он спец по психическим расстройствам. Но я не псих и совсем не расстроен. Да, я тоже не псих. Вот человек у меня с прибабахом, знаешь. Приношу дохлую птицу, выбрасывает. Приношу дохлую мышь сразу в помойку. Ничем тебе не угодишь, истеричка! Ну ладно. Я бегу, и бегу, и бегу, и бегу. И вот я прибежал, и вот куда я прибежал? Никуда. Никуда! Хозяйка мне говорит, ты хороший пес. Да я и сам это понимаю, но... А что, если на самом деле я не хороший? Что, если я плохой? Мы слетели с катушек. Звери какие-то. Они, сестренка, еще всем покажут. Тайная жизнь домашних животных 2. В кино с 30 мая.